не нужно даже в суеверие думать, нужно думать о настоящем. Пятница 13-е – это рождение моего ребенка. Вау! Да. Вот, поэтому пятница 13-е – это у нас как талисман, это счастливый день. Если честно, крайне суеверный. Пятницу 13-е было пару моментов крайне неприятных. Верю до сих пор. Даже верю в черную кошку и так далее. Поэтому сегодня на больничном вышел на работу, чтобы дома ничего не было. Тупо в кабинете отсижусь, отработаю, хотя сегодня выходной. Я в детстве занимался мотокроссом очень много. И два раза именно пятница 13-е – это единственное за всю мою жизнь ДТП. Поэтому пятницу 13-е я за руль не сажусь. Принципиально. Спасибо. Даже так. Так что это хорошего дня. Мне кажется, не нужно верить. Зачем, не знаю, мозги, так скажем, себе пудрить. И мне кажется, что нужно верить просто в хорошее. Нет, не верю. Думаю, мы сами можем управлять своей судьбой. А во что верите вы? Ну, я верю в себя. Это главное.